Подведение выников работы за минулый год, сёлетние задачи, изменения в законе об медиации и узнагороджение лепших. У Гомеля отбылась конференция областной коллегии адвокатов. Удел у ее так само приняли представники республиканской коллегии и Министерства юстиции. У составе областной коллегии адвокатов 25 юридических консультаций, у яких працует амаль 200 специалистов. За минулый год ими выполнено около 40 тысяч доручений. Это устные консультации, складание документов, представительство по криминальных, администрационных и громадянских справах. При этом каждое третье доручение выполнено на безвыплатной основе для клиента за сродки коллегии альбо бюджета. Летость так само протягнулось освоение такого направка деятельности, как медиация. На территории региона зараз працует 50 медиаторов. Их задача – мирное урегулирование спрешных пытаний, каб справа не доходила до судового разбирательства. Изменения в законе об медиации так само на парадку дня конференции. Закон в этом году претерпит определенные изменения. Он достаточно нов. Само направление деятельности, оно уже в какой-то степени востребовано. И исходя из тех корректировок, которые по закону будут сделаны, я думаю, еще больше импульс, больше ускорения будет придано. Лепшие сотрудники областной коллегии адвокатов узнагороживаются нагрудными знаками и гоноровыми грамотами от Министерства юстиции и Республиканской коллегии. В целом, по мнению Министерства юстиции, как лицензирующего органа, с задачами, которые перед ними поставило общество, они справились. Но это не дает повода для самоуспокоения. Адвокат должен постоянно совершенствоваться. Сегодня клиент требовательный, и он требует от адвоката полной отдачи при защите его интересов, прав и законных интересов.